Алис, звони. Всем мира и добра, мои уважаемые подписчики и зрители моего канала. В этом очередном рыболовном выпуске хочу поведать вам о моем выходе с целью поймать леща. Ну или хотя бы подлещика. Заранее хочу отметить, что, слава богу, у меня получилось выполнить свою цель. Рыбалка была трехдневной. Ну, в 3 утра, если можно так сказать. В первое утро с моим соседом Николаем, который как раз таки меня познакомил с этим новым рыболовным местом. Второе утро с товарищем Салаватом. Ну и в третье утро мы повторились и с Салаватом снова поехали вместе на рыбалку. В основе наша рыбалка была на фидерную снасть. И вот мы не успели приехать, как лещ уже решил поприветствовать моего соседа Николая. И так продолжалось в течение первых 3 часов. Коля ловил, а надо мной лещ издевался, подергивал немного мою наживку и отпускал. Ну и подсечь, конечно, у меня не получалось. С этими непонятными лещевыми поклевками время прошло, и тут разыгралось солнышко. Стало печь, и я решил отложить фидерную удочку и достать поплавочку. И попробовать свое счастье поближе к берегу. И не зря. Буквально в течение каких-то 40 минут мне удалось поймать около 4 или 5 подлещиков. И 3-4 сорожки. Причем неплохих размеров, некоторые из которых запечатлел на камеру. На донку, под лещик, так на поплавок. Снова подлещики. Я говорю, он, наверное, здесь около берега есть. Ну. Ну небольшой. Чуть больше ладошки. Вот такой вот. Опа. Опа, чуть не ушла. О, такая сорожка. Приятно.
А я с тобой поплавочку. После этого как отрезало, ни на фидер, ни на поплавок, рыба отказывалась клевать. Да и солнышко так сильно стало жарить, что мы решили собираться домой. И да, хочу заметить, что на фидер так мне и не удалось ничего поймать в первое свое рыболовное утро. После моих впечатлений от первого дня, мой товарищ Салават попросил свозить его на это место. Ведь он так в этом году хотел открыться по лещу, что я не мог ему отказать. И у него это получилось. Ну и слава богу, в это утро и мне посчастливилось поймать своего первого леща на фидер. Хорошо. Спасибо. Вот он, первый на фидер. Так, что здесь у нас? Во, какой хороший. Да, моя цыганская снасть работала. Во! Вот. Что за рыба, интересно? Щука, наверное. Прикинь, аж пробила. Прикинь, губу пробила прям. И леска, и крючок. За нижнюю губу, смотри как. Вот он. Во. Вот такой вот красавчик. Ну-ка. Триста девяносто грамм. Идиот. Но это мой первый подлещик просто. Ага. В жизни на фидер вообще ловлю. Поэтому его надо запечатлеть. Такого вот красавчика. Одного поймал? После поймал еще двух сорожек. И все, началось балование рыбы нашими наживками. И легкими подергиваниями в поклевках. А в это время уже был обед. Погода была около 32 градусов. Все говорил о том, что пора собираться домой. Что мы и сделали. Третье утро, третий день, получился тоже интересным и эмоциональным. Особенно для моего товарища Салавата. Потому что ему удалось поймать хорошего трофейчика за килограмм. Я был за него очень рад. Серьезно? Давай, посмотрим. Давай я подсак возьму сразу. А? Вон, вон справа. Ага. Иди сюда. Заводи. Опа, бисмилля. Вот, поздравляю с трофеечком. Клёвочка хорошая была? Чувствовалось, да? Поздравляю. Опять. А? Давай, давай.
Так, Слава, чё, поздравляю тебя с трофейчиком. Вот такой вот, наверное, кило точно есть. Сейчас взвесим, кстати. Не, нормально. Не, не так, вот так, возьми две руки его. Вот так. Вот он, красавчик. Молодец, красава. На фоне меня фотка. Ну и я не ушел в этот день домой без это рыбы. Борец такой, хороший что-то. Ух ты. Опа. Есть. Спасибо, Слава. Ну как хорошее такое, неплохое. Красавчик. Вообще. Грамм 700, наверное, точно. Слушай, Слава, там время идет, смотри. Хоть время небольшим, идет. Но я остался довольным своим уловом. А мне удалось поймать двух хороших подлещиков. Один из них уже о, за полкило. Чем дальше, тем больше. С каждой рыбалкой понемногу прибавляю. Ну и пару сорожек. Сорожка. Смотри, хорошая такая мамочка. Во. Неплохая. В общем, рыбалкой мы в этот день остались довольны. В общем, подытожу. Я очень остался довольным этими рыболовными выездами. Ну а если вам понравилось, опа, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем мира и добра и до новых встреч.